Максим, самый позитивный человек и тайбоксинг-клуба, как настроение? Да, все хорошо, спасибо. Уже мы, так скажем, уже потихоньку заканчиваем наш тренировочный процесс. Вот, и готовлюсь 19 число уже, так скажем, морально уже все. В принципе, мы уже на финишной прямой. Остается только боксировать, выступить, потому что у меня боец не из легких. И для меня это будет очень серьезное испытание. Вот, я тоже сам весь в ожиданиях и уже... Предварительные какие-то итоги или, то есть, предстоящие, так скажем, действия я не могу сказать. То есть, остается только выйти, отбоксировать, а что будет происходить в бою, это уже будет 19 числа. Такой опытный боец с выдающейся, так скажем, карьерой, биографией мотивирует тебя вдвойне, втройне выходить на ринг, боксировать против тебя, выигрывать? Ну, конечно, как бы я всегда, когда выхожу на ринг, я всегда отстаиваю свою честь, то есть, победителя, чемпиона, поэтому я... Шаг назад давать не буду, поэтому всегда буду добиваться победы, вот, и радовать наших молдавских зрителей, чтобы они остались довольны нашими победами и так далее. В предыдущем интервью ты обмолвился, что потенциальная победа в этом бою открывает перед тобой какие-то отдельные перспективы. Ты расскажи о них, и это для тебя тоже, наверное, еще какая-то мотивация. И если есть еще какая-то дополнительная мотивация, тоже о ней расскажи. Ну, хочу сказать, что боец, он, так скажем, дрался на одном из престижных турниров с Павлом Журавлевым. Вот, и если у меня, так скажем, получится его победить, так скажем, в чистую, то есть без всякого сомнения, то надеюсь, что у меня откроются очень большие перспективы на предстоящие, так скажем, ну, большие турниры, потому что Журавлев, он считается как класс А, то есть очень классный боец, и даже где-то я... Даже смотрю его бои, стараюсь ему где-то как-то там подражать им или еще что-то, потому что мне нравится, как он двигается, как он дерется, в общем. И надеюсь, что у меня тоже получится выйти с Туринским, подраться как следует и победить. Вот, поэтому, соответственно, надеюсь только на лучшее. Ну и, соответственно, с поддержкой тренера у меня все получится.